Всем привет, подписчики и зрители моего канала. Сегодня мы идем на фестиваль красок. Как это называется? Холли, да, 2016 в Владивостоке. Сегодня со мной будет мой друг Максим. Максим делает вид, что он не с нами. Лёша ушел вперед. В общем, не знаю, я никогда не был на такой дичи, поэтому решил прийти на эту дичь в самом безумном, что только можно было придумать там. Я Джокер вообще-то, не обижай Джокера. Вот, так что посмотрим. Ты вообще, кстати, был когда-нибудь на таких? И как? О, нормально было, первый раз. И что, типа краски кидались и все такое, да? Весело было. Так, что ж, мы идем на фестиваль. Я снимаю. Зачем он снимает? Люди много, дети. Да, это мама. Деньги у тебя остались. Веселый, мы приехали потом домой, не было воды, и мы потом ходили до 6-2 ночи. А что за гуашь? Просто гуашь обычный, который рисует. Люди наливали в пистолеты и... Ясно. Понятно. Так и было тогда море. В общем, посмотрим. Take a slide, find your zone, everybody.